меня обычный грунт покупной. Три части. Одна часть песка. Плюс древесная зола. Всем приветики, мои дорогие садоводы и огородники. С вами Ирина. И вот мои петунии после пикировки. Я их хочу некоторые поприщипывать. И пора бы им уже и боковые побеги попускать. Мы им поможем. Кустик петунии. Можно взять саму макушку прищипить, а можно вот так вот. Я сделаю раз. И у нас получилась вот такая вот макушечка. Это я еще попробую укоренить. Так. Тут у нас кустик сам маленький. Я сделаю только-только макушечку. Самые-самые листики. Так. Тут точно так же. Точку роста. Вот этот у нас очень длинный куст. И я сделаю его так вот. Первый я ряд прищепила. Вот это тоже надо. Она очень высокая. Я оставлю как есть. Вот. Ничего мудрого тут нету. Так, и хочу вам показать мою петунию махровую, которая живет в таких вот торфяных таблетках. Ей очень нравится. Вот смотрите, какая у нее корневая. Я ее хочу вот в такие вот стаканчики посадить. Так что да, сегодня этим и займемся. Потому что тут ей уже явно тесновато. В общем, заметила я такую штуку, что, конечно, в торфяных таблетках все растет намного-намного лучше. Прям шикарные, шикарные кусты. Вот я избавилась от оболочки. Она у вас может быть другая, полиэтиленовая, допустим. У меня она такая, как бумага. Но лучше от нее избавиться, потому что она даже при намокании, она все равно как бы сдерживает, то есть не даст нашей корневой разрастаться. И сейчас я буду подсыпать землю под растение. Точно так же проделываем следующим растением. То есть находим и аккуратненько надрываем. Вот так она снимается, эта оболочка. Если удалилось немного корешков, ничего страшного. Самое основное вот у нас. Получилось вот такое вот растенице. Горшочек я насыпала уже земли. Пробуем, устанавливаем и подсыпаем земли вокруг, засыпаем. Вот так у нас получилось. Сейчас мы прольем хорошенько. Еще чуть-чуть она должна подрасти. И будем формировать кашпо.